Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем дальше по чуть-чуть развивать этот аккаунт. Пишите там, давай, давай, быстрее, качай, качай. Все быстро прокачаем, ребят. Некуда спешить. Это бездонатный аккаунт. Мы играем, как обычные люди. Мы там не рвемся показать максимальный результат. Мы делаем правильную прокачку аккаунта, поэтому спешить там некуда. Как просили, буду вам записывать видос, когда у меня будет бесплатка, ради того, чтобы посмотреть, что же нам все-таки упадет с нее. Сегодня мы поговорим о питомцах, что они дают. Как видите, здесь есть вот у нас куча достижений, за них тоже дают самики. Многие там пишут, надо пооткрывать сундучков, все это все понятно, мы уже все пооткрывали. Как видите, у меня вчера выпало, кто не видел, две таких вот легенды, по сути, мне не нужны, пока что не нужны. Вот уже у нас есть следующий бонус, и есть еще одна карта за 300 самоцветов. С титула мы сегодня заберем, думаю, интересную карточку. Сейчас посмотрим, давайте все заберем, что у нас есть. Ежедневный вход. Так, бесплатки. Даже на основе за самики не делаю. Так, что у нас за обучение тут есть сегодня? За ратушу. Так, какие у нас улучшить героя до 40-го? Как видите, можно посмотреть, вот какие задания у вас еще не выполнены. Вот так вот поперескакивать. Так. Вот смените талант и получите 350, там дальше будет больше. Это мы будем делать тоже. Так, окей, с этим разобрались, поехали. Питомцам. Самое интересное, это, конечно же, питомцы. Почему на начальном уровне я всегда говорил, что качайте питомцев, чем они хороши? Питомцы — это те же самые герои, только на начальном левеле они даже круче, чем ваши герои. Если вы там открываете яйца, оттуда получите там нормально пэта, вы, во-первых, поднимете силу. Как видите, у меня 2900, тут я говорю 2900, 2290, 2900 мы тоже можем свободно сейчас сделать. Я просто расскажу, чем очень хорошо поднимать силу и для чего нужны питомцы и каких питомцах надо будет брать с собой для там определенных локаций. Так, ну что, поехали, открываем. У нас есть возможность высаживать по 3 яйца, и они там будут через определенное время открываться, и в зависимости от того, какие у вас будут связки, у вас будут определенные бонусы, и одним из бонусов есть уменьшение времени высиживания, скажем так, этих яиц. В первую очередь, конечно же, можно открывать, наверное, даже лучше синий и фиолетовый, потому что с них падает больше питомцев. Так, поехали. Место, где живут твои питомцы. Какие у нас вообще есть питомцы? Есть ангел, Невик, Чикабум, Шиара, Рудольф. Видите, некоторые официальные события, то есть это донатные питомцы. И вот эти вот, все такие вот первые, которых вы видите, они есть редкие. Вот это вот обычно идут, начиная с Дракончик, Аврора, Феникс, Авиар, Цепелин, Пегасик, Карасик. Слоник — это редкий, Джелли тоже редкая, Льдышка редкий, Смертушка донатный и Панчбокс донатки. Донатный. Это обычные были, которых я вам только что назвал. Это вот редкие идут. Вот, например, вот Чикабум. Он участвует в связке. У вас есть питомцепедия, и здесь есть определенные связки, которые дают определенные бонусы. Сразу говорю, питомцев надо качать по левелу, желательно некоторых, чтобы у них были усиления. Вот этот, например, бонус очков лабиринта. На начальном уровне оно вам нафиг не надо, по сути. Это все левела, то есть в зависимости от уровня связки, вот 26-е, когда все будут, у вас будет максимальный бонус. То есть вы можете зайти, посмотреть, почитать, что дает определенная связка. Вот бонус опыта с подземок, это вот полезная вещь. Этот вот ускоренное выращивание, да, вот, то есть такая связка. Бонус входа в подземелье, вот это тоже немаловажно.
это количество плюс 12, то есть у вас будет не 20, как на начальном, а будет уже, вот у меня сейчас плюс 1, первый уровень, 22, на максималке будет 32 входа в подземку. КХшки, то есть красные кристаллы, КХшки тоже очень приятный бонус, он вроде мелкий, незаметный, но тоже очень значительный, поэтому только у вас появились питомцы, сразу же улучшаете их. Ну, все остальное, кристаллы, уменьшение цены постройки тоже очень приятный бонус. Так, поехали посмотрим, кто у нас есть уже. Вот ангел, так, шару можно перевести. Ну, как видите, где-то в среднем по 15 дают за каждого этого. Так, бесплатную попытку мы пока использовать не будем. Еще чего можно хорошо накачать силу? Давайте вот этих два здания вот так вот отнесу. Так, постройку мы не можем. Давайте пока таблеточки прокачаем. Постройки дают силы, но не так уж и много, поэтому особо там не надейтесь на то, что у вас постройки будут там очень круто прибавлять. Очень неплохо дают это юниты в тренировочном центре. В первую очередь качайте стражей. Ну, то есть стража там, чем больше их будет, надо, конечно же, и сами казармы прокачивать, чтобы больше можно было нанять. Каждый уровень дает неплохо силы. То есть, ну, они чем дальше, тем дольше будут качаться, поэтому и открываться будут следующие левела. Также неплохо дает магия. Вот всегда магию забываю прокачивать, магию регулярно надо качать. У нас 5 самиков, давайте даже потратим. Вот плюс 20 силы уже у вас выросло. То есть то же самое, то есть все прокачиваете это здание и прокачиваете уровни. Магия вам нужна будет в дальнейшем для подземок, для разных там проходить даже того же самого рейда, очень будет вам помогать фармить. В основном это подземки, поэтому магию надо качать, какую я потом отдельно покажу. То есть надо не забывать, там сейчас они у меня быстренько качаются, надо не пропускать. Так, что у нас в магазине? В магазине у нас пока ничего нету. Осенняя. Так. Через сколько у нас закончится, надо не забывать. Через 3 дня. Поехали сейчас. Пом-пом-пом-пом-пом. Выставим. Вот фараон есть у нас. Он не особо топовый. Так. Стрелка берем, поставим его. Вот плюс 2 героя суккуби ниндзя. Дамага у них, конечно, очень много, но они, честно говоря, никакие герои на начальном уровне тоже, я их даже прокачивать не особо хочу. Так, окей. Про питомцев вам рассказал. Поехали, попробуем сегодня открыть такую вот карточку и бесплаточку. Давайте бесплатку. Блин, хотелось бы какую-то леву хорошую. Панда-разрушитель, конечно. Так, сменить бесплатно раскол. Видите, у меня уже есть несколько карточек, а нам дали с сундучков. Можно их поменять, можно дождаться квестика. Ну, квесты пока у нас, как видите, не особо топовые. Надо качать для этого силу. Очень много силы надо качать. Из квестов тоже неплохо получать на бездонате самики. Так, давайте поставим Феникса на этого, поставим Цепа, Цепелина. Так, а на этого поставим на отхил и на бег, вот так вот. Так, с этим разобрался, поехали, вам расскажу про питомцев вкратце. Ангел, так, Шиара. Очень хороший герой на архидемона, особенно на того, у которого можно снимать энергию. Плюс героя можете почитать, в принципе, в умении. Чисто для архидемона очень идеальный вариант. Я вам просто буду вкратце рассказывать. Ангел один из топовых хиллеров. Плюс дает еще деф герою. Тоже надо качать однозначно. Огневик бьет массово. Наносит неплохой урон.
вражескому герою с наименьшим здоровьем, также снижает атаку и скорость на архидемона, на PvP локации на некоторых героев заходит. Чикабум автопрокер бьет рандомно, плюс берется на архидемон, наносит дополнительный урон. С ним начали очень хорошо набивать. Рудольф. Донатный питомец от хил, плюс может снять молчанку ары на PvP локации, на подземке, везде используется, очень крутой. Дракончик больше PvP-шный, не дает заряжаться, снимает энергию. Аврора PvP-шный для стана, очень круто заходит на всех PvP локациях против других игроков. Феникс на битву гильдий, с которой мы, надеюсь, куда-то дойдем. На подземке сносит, зонально наносит урон, то есть сносит очень прекрасно здания, юнитов и прочее. Авиар PvP-шный, дает молчанку, на героев не дает использовать умение. Цеп чисто против зданий, разбивает только здания. На битву гильдии, на подземке будем использовать и для фарма, точно так же и Феникса. Пегасик снимает бафы, PvP-шный больше. Карасик для отхила, очень хороший герой, поэтому он уже у меня стоит и дает скорость бега. Дает уклонение слоник, плюс защиту от стана. Джелли не дает попадать, уменьшает точность, ну, в принципе, неплохой такой дамагер. Льдышка, вот этого я хотел бы питомца получить, потому что он офигенный на подземках. Он выпускает иллюзию, которая замораживает башни. Смертушка тоже офигенный PvP-шный. Ну и панчбокс — это просто имбище на сегодня по урону, герой, который увеличивает атаку и бьет зонально. Автопрокер ни к чему не привязанный, каждых там 4 секунды наносит зональный урон, офигеннейший герой, мне очень понравилось с ним бегать. Так. Так вам вкратце рассказал, поехали покажу вот этих героев, которых я уже выбрал. Вот у меня есть герои, вот смотрите, вот Феникс бьет зонально и Цепелин, который бьет по зданиям. То есть, как видите, мои герои даже еще не добежали, а я уже полным ходом фармлю ресурсы. То есть, не добегая до зданий, как видите, урона немало, 59% без контакта с вражескими, вот он плюс 259 силы. Кричали, что силу надо качать. Так, уже командное подземелье меня на мессу запускает, это мы отдельно посмотрим. Так, по квестику мы уже ратушу убили. Так, не хватает нам 12 тысяч маны. Поехали, пройдем немножко подземочки, хоть и этими героями, но надо подземки проходить для того, чтобы героев дальше можно было кидать на следующие звезды. Вот для подземок эти питомцы заходят на ура, как видите, они быстренько сносят все, и у нас, соответственно, меньше будет головняка с зданиями и с прочим. То есть для ускоренного прохождения это вообще топчик. Плюс сейчас еще натащим итема отсюда. Так, поехали, следующий. Ну, это первые, они очень быстро проходятся, тут ничего сложного, в принципе, такого нету. Так, сейчас попробуем полностью затащить первую подземочку и откроем еще карточку в итоге. Может, нам упадет сегодня. Мне очень нужна тыковка и купидон. Это именно те герои, которых надо выбивать. Вот эти герои, которых вы видите, фараон бьет зонально, в принципе... Пишите в комментах, если вы хотите, я буду вам рассказывать про каждого героя, но это те герои, которых как бы, которых дают, но они не тащат. Да, там будем мы использовать Бога Грома, вот этого одноглазого бородатого дядьку, который прыгает, потому что он сносит ратушу в первую очередь, у некоторых героев есть приоритет атаки, и он в первую очередь будет выносить здание, а как вы знаете или не знаете, ратуша дает очень неплохо процентуальный набор, поэтому убивая ратушу, можно определенные подземки закрыть на 2 звезды, не разбив там много зданий. Вот видите, как работает Цепелин. Раз в пару секунд наносит, хоть он первого уровня, как и Феникс, они нормально дамажат. Намного больше, чем герои, кстати. Так бы я эту подземку проходил там секунд
50, может, и минуту, а так, как видите, за пару залпов, и не обязательно убивать героя. То есть герои могут быть живы, а мы подземочку затащим. Так, надо определиться нам с ником. Чем хороши подземки? Подземки вы потом в дальнейшем можете пропускать. А за пропуск подземки вы получаете опыта, ковяшки, значки почета, которые вам нужны будут для дальнейшей прокачки героев. Поэтому подземки — это основное, на что надо ставить ставку в нашей игре в прохождении, чтобы быстро прокачивать аккаунт. Ну и, конечно же, надо иметь офигенных героев для этого. Так, хорошо. Отличненько, сейчас Цепелин добьет. Там у нас есть еще, видите, по чуть-чуть качаемся, силушка растет, думаю, 3К апнем. Ну, уже посильнее стали противники, но это все равно. У меня хоть и уровнем меньше героя, но у меня они элитные, точнее легендарные. Плюс питомцы. Без питомцев, я вам скажу, раньше было вообще очень сложно проходить все. Питомцы, когда появились, все просто вздохнули. Настолько легче стало все проходиться. А потом уже дальше понесли следующие обновы, в которых нас просто там добавляли все больше и больше всякой фигни, которая просто сделала нас, нашу жизнь вообще прекрасной. Особенно в плане подземок. Вот посмотрите, как чудесно Цепелин с Фениксом разносят все. Вот уже по чуть-чуть у нас герои подкачались. Мы даже можем перевести рыцаря на следующую звезду и забрать там определенные плюшки. Жалко, что здесь тоже нет ускорялки на X4, как на некоторых локациях. Подземочки, как видите, есть некоторые такие просто обычные, есть башенка. С башенкой это элитная, и самая последняя дает больше всего у нас плюшек и опыта. Соответственно, если пройти на 3 звезды, мы можем его пропускать и быстрее качать свои герои. Если, конечно, у вас хватит золота на пропуске, которое надо тоже регулярно фармить. Так, ну что там у нас? Уже 23-е. Вот видите, отхил. От карасика, блин, очень хорошо спасает. Если бы не карасик, нас бы просто тут убивали. Потому что либо пришлось бы магию использовать, которую я опять же не купил. Есть также гильдейская магия. Когда вступим в гильдию, тоже вам ее покажу. Ну, с питомцами просто на ура. Сейчас даже получим плюшки. Добежим всю подземочку и посмотрим, сколько за обычную подземку нам дадут. Так, еще
Еще три у нас. Тут уже 25-е. Вот смотрите на фараона. Вот он включился, он наносит зональный урон. Плюс тоже станет. В принципе, герой очень отличный для подземок. На таком уровне он заходит. Он наземный герой. Есть те, которые летают, летающие, есть наземные. Он наземный. Если был бы летающий, он бы облетал, перелетал, точнее, через забор. Есть герои ближники, есть дальники. То есть для каждого героя нужен свой талант для определенной локации. Так, посмотрите, как рыцаря сносит у нас. Раз и отхил. Супер. Поэтому питомцы — это самое основное на начальном аккаунте. Их надо не жалеть на них ресурсы, развивать. Они будут круче, чем ваши герои с вашими прокачками, потому что они дают очень хорошую универсальность для ваших героев и очень большую помощь в прохождении локации. Вот смотрите, раз, и все, и сразу же зонально убили. 83%. Так, добиваем. Ну все, последнее. Вроде как. Все затащили, да. Вот видно даже по ресурсам, где за какую сколько дают. Конечно, все смешно. Вот видите, это элитное, здесь 30-е. Даже стены совсем другие, забор точнее. Тут нас свободно могут вынести эти герои, они, как видите, уже 30 уровня, но я думаю, сейчас он может глухнуть нас всех. Смотрите, что делается. Ну, у нас неплохо спас стан, ну. Вот смотрите на фараона. Как видите, 65% нас слили жестко. Так. Поехали, докачаем. Поднимем всех. Чтобы силушка у нас выросла. Вот делаете пропуск. Плюс 350. Плюс 29. То есть, как видите, силу качать вообще не проблема. Самое главное — иметь в алтаре героев. Так, ну вот этих даже 18-х можно поснимать. Потом у нас Фрэнки. Шамана, а ну-ка, какие у меня тут шаманы? Ой, у меня столько уже героев в алтаре. Вот очень часто выпадают герои. С неплохими талантиками. Вот еще плюс 350. Итого уже 3500 у нас силы. Так, ну карты я пока тратить не буду. Так, ну что, давайте заберем, посмотрим, что нам дадут. Ну, дали 15 кг-шек зеленых кристаллов и немножко значков почета. Так, окей, отлично. Вот, 3000 силы, и мы уже можем ходить на пришествие. Об этом я вам уже расскажу и попроходим мы уже в следующем видосике. Так, забрали. Отлично. Получить. Сдаем ману. Видите, не хватает места на складе, я не могу получить призы. Давайте заберем вот это и откроем. О, ничего себе, пакетик орденов, то, что надо. Награду, оп, книжечки забрали. Так, даже мы что-то прошли, получили. Вот видите, за подземки нам дали нормально, кстати, идемо.
Так, мы скоро закончим это. Так. Тут тоже мы за прохождение получили еще самики. Питомцев пооткрывали. Ну, вроде такое все сделали, что должны были. Давайте магию будем улучшать. Не забывать. Тренировать тоже надо не забывать. Так, опять у меня свободные строители на ратушу. Надо добить, давайте добьем и ратушу на улучшение. Ратушу надо улучшать тоже одной из первых. Почему? Ничего себе, смотрите, как нас тут сейчас. Просто шатанули. Так, еще получили. Еще получили. Получили новый титул. Сквайр. Ну, будем уже получать 10 самиков ежедневно, это радует. Так. Отлично, с этим мы разобрались, поехали, заберем еще новогодние подарки. Если они, конечно, глючить не будут. Видосик длинный получился, но я ничего, ребят, не могу сделать. Так, рулетка удачи, ледяной феникс. Поехали, халяву заберем. Один день, второго мы что-то пропустили. Смертушку неплохо. Опять руны седьмые. Ну, тоже неплохо. Экономия, экономия. Так, окей, я там мы получили, забрали. В рейдах получили золото. Так, давайте золото улучшить мы не можем. Сделаем так и потратим. У меня есть же пакеты с золотом. Отлично, будет четвертая таблетка. Так, вот открылся у меня магазин, точнее, у меня появились ордена. Как видите, за ордена можно купить определенные предметы. Что отсюда покупать, я вам покажу отдельно. Здесь за самики можно менять этот магазин до 10 раз, но это очень дорого и невыгодно. Так, забираем вот это и поехали, откроем карточку. Карта легендарного героя, акция. Ну, я вам показывал. Блин, отсюда хотелось бы какого-то хорошего героя. Давай, HG. Недостаточно у нас места. Ладно, потратим 50 самиков. Крейзи. Офигеть. Ну что, ребят, блин, круто. Наконец-то мы, блин, получили, наверное, самого-самого важного героя в битве замков, без которого ваш аккаунт развиваться не будет. Особенно бездонатный. Почему не будет, думаю, многие из вас знают. Это тыковка. О тыковке я, наверное, расскажу вам в следующем видосике. Расскажу, что и как, и почему ее нужно качать. И, соответственно, с ней мы попроходим больше локаций. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Пишите, что вы хотите увидеть. Всем удачи, всем пока. Очень крутое окончание видосика получилось. Ну, мы выбили самую нужную имбу. Всем удачи, всем пока.